Видео подготовлено специально для сайта online-gdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 273 упражнение. Прочитаем задание. Составьте словосочетание, прилагательное плюс существительное в главной роли, используя слова, помещенные на поле. Как они называются? Давайте составим. Прекрасный ответ, замечательная работа, великолепный бросок, чудесный день. Далее нужно подчеркнуть мягкие согласные. Давайте их назовем. Рю, ю, вю, мю, чу, тю, лю, вю, лю, лю, и, чу, дю, ю, дю, ню. И последнее. Нужно придумать восклицательное предложение, включив в него любое из составленных словосочетаний. Какой великолепный бросок выполнил футболист. На этом все. Больше видео можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание!